Доброе утро добрым зрителям. Ну что, прошел один день, пойдем взвешиваться. Я уже сегодня без резиночки и без очков буду взвешиваться. Да, вечер прошел нормально, кушать не хотелось после обеда. Ночью тоже не хотелось кушать, ночью я спала. Хоть и дождь мешал, но я все равно спала. Сейчас тоже проснулась, кушать не хочется. Вот. Сейчас взвесимся, и я выпью стакан теплой воды после того, как я взвешусь. Так, вот мой утренний вес. Итого я потеряла сколько? 900 грамм. Так, стакан воды я выпила. 20 минут походила после того, как попила водичку. Водичку пила горячую, то есть она у меня комнатной температурой. Я стакан наливаю и на минутку в микроволновку, чтобы она была такая, как, знаете, утренний кофе почти. Все, 20 минут походила, и вот мой завтрак такой же. Масло, сыр и кофе, потому что... Ну, кофе без сахара, потому что это яйца, их надо протолкнуть как-то. Вот, 2 дня вот так буду варить яйца, а завтра думаю, что уже буду жарить на сливочном масле. Так что всем смачного, кто есть. Я тоже буду завтракать. Детки тоже завтракали творогом. Видите, без манки пошел сок. И запеканка не такая высокая, как у меня обычно. Вот. Все-таки я за то, чтобы добавлять манку в запеканку. Все, мы готовы ехать в гости к бабушке Вале. Уже 100 лет там не было. Год! Да, год не было. Ну, хочется Никольку показать живьем и бабушку проведать. Я, конечно, переживаю, что Николь будет нервничать, но ничего. Мой лук очень простой. Шорты, как всегда, майка и рубашка. Ты не можешь кроссовки? Надо на ручки посадить к себе и натягивать. А я пока курточку ей на эту. Садись на ручки. Такая красивая Николь с прической. Николь села, ждет, едем в путешествие. Николь приехала к бабушке в гости. Бабушка сразу игрушечки тебе приготовила. Смотри, что там, Николюшка. Доставай себе игрушечки, да, выбирай себе подарочек. Ох ты, камин нашла. Какая молодец. А что там еще, Николюшка? Смотри, что там еще? О, бабушка, тебе целую коробку подарочков. Ой, игрушечки. Убирай, извини, у меня такая грязь. Ну, мы-то понимаем, здоровья нету. Да, вообще. Только успеваю что-то вам сделать, и все на том. Надо к вам на недельку Машу с Дашей, чтобы помогли. Ой, Ира, я сама пока не могу. Чтобы по пыль погоняли, пропылесосили. Пропылесосить это не самое главное. Как мы в детстве приезжали к бабушке и наводили порядки, мыли, убирали. Ой, а вы с Машей поговорили? Там мы каждый день с ней разговариваем. Что-то с ней случилось вчера. Да нет, а попросила я ее пропылесосить. Да, все там нормально, она все рассказывает, если что. Она мне не открыла. Даже не сказала, сколько стоит билет на концерт. Что, игрушки смотрим? Да, игрушечки раскладываем уже. Пока бабушка там занята. Николь тоже занята. Ой, бабушка готовилась, ждала Николюшку свою. А то только по видео, да? А живую поменялась Николька? Выросла девочка? Вообще. Вообще, да? Хорошо, будем скидывать. Ничего, родные люди, помиритесь. Да.
Ну что там, Николька, ты у бабушки? Мы пока я не буду сильно раздевать, да, пускай так Да, будет. Ира, не снимай моё белье моё. Ничего не снимай, Я Николюшку только снимаю, как она расческой расчесывается. пожалуйста. Там сбоку там лежит всякая ерунда. Я сверху снимаю. Видно, не то она только. Ира, 6 килограмм и всю почистила клубнику. Ого. Чтоб едем вдоволь. Валер тоже недавно покупал. Они так быстренько раз-раз. Ну что там 3 килограмма на такую семью? А я вышла, огурцов набрала вам. О, огурчики, это они едят их, обожают. Однозначно, вчера пусто было вообще. Да что-то вообще пусто, пусто везде. На дорогах пусто, в городе пусто. Везде пусто, людей мало. Бабушка нам начистила. 6 килограмм клубники. Я вас не Ира, снимаю, не переживайте, только а руки. тряпочки? Я Тряпочки, это высушиваю, я нормально. высушиваю. Сушилась клубничка, ничего страшного. 6 килограмм начистила, бегом, сама не ела. Сама Николька еще не кушает уже. съела. Ты уже съела? А, я забрала куклу, она вернулась за куклой и вернулась за клубникой. Сейчас Идем мама. туда тогда, к игрушке, будешь кушать там. Не надо сметану. А то она будет одну сметану съедать. Все, Николюшка пристроилась хорошенько тут у бабушки. Ручки сложила. Ну, я думала, будет плакать, честно говоря. Не, молодец. Сразу пошла к игрушкам, разбирает их. Угу. Пока там папа по делам поехал. Мы тут поиграемся. Вот так Николя и целую тарелку клубники и всосала, да? Ой, как вкусно! Ой, Николя кайфует. Ой, как хорошо, еда! Покушала у бабушки. Там еще бабушка блинов накрутила. Не знаю, влезет ли блины после тарелки клубники. Едем домой через поле подсолнуха. Так красиво. Сейчас будем проезжать через лен, да, Валер? Или мы уже проехали? И так сейчас будем проезжать через поле льняное. Я думала, речка появилась. Говорю, Валера, откуда речка появилась? А он говорит, так это лен цветет. Надо же. Так красиво. Сейчас будем проезжать, я вам покажу. Можно было бы пофотографироваться, но мы уже спешим. А ты сильно не разгоняйся, чтобы я красиво А это сняла. еще там дальше, Да? на выезде. Сады красиво. Кстати, в заезд в Теплодар очень красиво. Персики. Сады персиковые. Так, ты сильно гонишь, и я вообще ничего не могу снять. Можно помедленнее как-то? Сейчас вот. Персик, небо такое красивое. Тут уже вот старые такие большие деревья. Поплавнее едьте, пожалуйста. Мелькает все. Вот, Валерка, давай помедленнее. Вот, смотрите, такое ощущение, как будто река, да? Море. Море какое-то, а на самом деле это поле со льном цветущееся. Обман зрения. Как будто речка. Так интересно. Смотрите. Прикольно. Красота. Яка ж ти гарна наша Україна. Хочу попить водички. Это своя Я пью только заговоренная. свою заговоренную водичку. Полезную.
Кто там под ногами чуть не наступило? Оля, с Лолей, а что вы привезли? Оля, там столько всего. Что вы привезли? Сейчас мама попьет водичку, дух переведет. Здравствуйте. Устали. Ого, тут столько всего. Так. Опять нагребли. Горох. Ну, это мы дело любим. О, бежит. Это кто-то. Мы любим горох. Не, Даша пытается ее спать положить. Ага. Гороховый суп. По дороге чуть не уснула. Пойдешь? Ну пусти, пусти, пускай идет, помогает. Она такая красненькая, уставшая, но распаковку мы не пропустим. Ты же это ж. Уже уставшая. Ты же уже устала. Ты уже это все ела. Что ты хочешь смотреть? Тут вот такая бедненькая уставшая. Ой, от бабушки, видишь, что? Клубничка. Ела. Теперь будешь угощать всех. Мать, ставьте туда. Давай. Вот. Да, поставьте его, вот так, кушайте. Сядьте, кушайте. Да. Тут яйца домашние. Крупненькие. Да, вот целое ведро вареной курочки снеслись. Так, смотрите, на ну, уходи. Будем убирать лишнее. Так. Тут в вареном огороде огурчики выросли. На балконе растут, да. Огурцы. По 35 гривен сказал. Это печеньки. Выросли. О, печеньки. Печеньки. Боже, вот скажи, печеньки есть. Вот это я там бабушке не ел. Мы, кстати, были с Николькой, с бабушкой. Ай, как я люблю кульки раз. Видишь, как я быстро не смог, она уже обиделась. Все, на, Николь. Будешь печенька, на печенька. Обиделась. И картошечка бывали здесь такая молоденькая. Ты бэйби картофель, да? Да, да, да. И огурчики. И, а там блины, подождите, не это, не летайте, сейчас еще блины будут. Тут. Что там? Из икры, котлетки. Ух ты. Да, о, я тоже хочу. Котлетки. Отложите мне. Мы не отложим тебе, это надо съедать. Я заморожу себе. Ты не заморозишь. В смысле? Это... Хотят съесть без меня. Что мы тут съесть? В каждом по две штуки. Я спрячу две. Спрячешь. Это корейская морковка. Тут блины, Николь, подожди. Блины. И такие, и такие. С яблоком еще. Николь пытается семечки достать. Будете блины, вот котлетки еще будете кушать. Да, так, семечки давай, семечки такого. Да. И семечками заедать. Так, это пахнет штатив. Здесь аккуратно сейчас будем доставать сметана. Сметана. Потрогаешь? Ой, холодная. Давай эту сейчас когда ты уронишь. Вот так. О! Это еще одна сметана. Ой, холодная. О, я бы себя вытереть руки не забудь. Вот так. Так. А это еще морковочка. Ой, холодно. Ну, бедненькая же такая уставшая. Да, ручки вытираем, вытираем ручки. Молодец. Это вкусный творожочек. Папа учит, как вытирать ручки. Да, да, да. Морозилку сказала, ставь. Или ешьте свежий. Творожок. О, сколько творожочка. И, смотри, вылетает. Поднимай крышку. Открывай. Давай. Давай. Оп! Это все вам! Клубники еще, да, клубника. Вот это красота! Конечно. Ты уже переела, чтобы у тебя это не было аллергии. Вот еще. Много клубники не бывает, да? Ой-ой-ой-ой, да. Бабушка сказала съедать сразу, чтобы она не стояла. Все. Печенька надо с клубничкой прикуску? Конечно. Полетели. Все, можете спать, Николь. Где мука? Все, она вроде же нервничала, надо же проверить, что там еще есть. Как-то не проверить. Вот такая распаковочка. Спасибо бабушке Вале. Очень все вкусно. Дети обалдеют. Кушаем, будем кушать. Тут еще поставим котлетки еще. Пускай поедят. А клубнику едят? Да. Давайте это, давайте клубнику на закуску потом полить. Давайте, хоть а ты не захочешь тебе котлетку кушать? Еще суп гороховый. Суп завтра будем кушать. Мы уже взяли наружу клубничные. Угу. Мой обед, пока все едят за обе щеки.
Яичко наворачивают, блины едят. Но я иду потихоньку к своей цели. Сейчас поем яйца, сыр, масло и запью чаем без сахара. Все, на этом закончится мой прием пищи. Буду пить просто водичку. Ну, или если захочу, могу еще чай попить. Как теперь поверить, что ты кому-то нужен?